поэтический фотоальбом «Тюменское счастье» мы сделали вместе с тюменским фотографом Евгением Шульцем. И замысел появился из объективной реальности, которая языком социологии говорит о том, что в Тюмени живут самые счастливые люди в стране. И это подтверждается социологами неоднократно. И мы задумались, от чего, из чего складывается тюменское счастье? Из счастья детства, из счастья юности, из любви, из счастья любви к своему городу. И вот эти малые счастья, которые приходят каждому из нас, сложились вот в этот проект. В этой книге можно все это увидеть в фотографиях и прочитать в стихах. В этом во всем тюменское счастье. Саваш, как долго формировали альбом, как работали долго? Да, работа над альбомом продолжалась довольно долго, больше года. И активное участие в подготовке, конечно же, принял Тюменский дом печати. Мы создали такой своеобразный штаб, в который входили два соавтора, дизайнеры, генеральный директор и специалисты Дома печати. И на протяжении года каждый месяц мы собирались, обсуждали, вносили изменения, коррективы для того, чтобы проект довести до высокого художественного уровня. Сколько получилось издать экземпляров? Сейчас по заказу администрации города Тюмени выходит свет 1500 экземпляров, и 100 мы приготовили для презентации на Красной площади и для презентации в Тюмени. Ну и как думаете, москвичи откликнутся на тюменское счастье, подпитаются рецептом? Вы знаете, мне было интересно видеть, когда приезжают столичные журналисты в Тюмень, я спрашиваю, какая цель командировки. Они говорят, мы хотим посмотреть, какой будет Москва через 10 лет. И пусть они увидят, какие тюменцы счастливые и тоже станут счастливыми. Александр Иванович, для вас насколько сегодня важно все-таки находиться вот здесь, на 5-м книжном фестивале в сердце Москвы? Если бы мне еще 5 лет назад сказали, что я буду презентовать свою книгу на Красной площади, рядом с Мавзолеем, со святыми местами, я бы в это не поверил. Поэтому немного волнительно, но и радостно, потому что мы, тюменцы, любим показать лучшее, что у нас есть.